город Балхаш, и вот это перекресток Т-образный такой. И та улица Островского, а здесь написано Алимжанов Аубекр. По-казахски должно было звучать Алимжанов Аубекр. То есть немножко вот странная орфография, скажем так. Ну, ладно. Здесь вот карагачи тоже. Ну, тротуар такой достаточно широкий. Это старая часть города, дома еще, наверное, после войны, которые построены. Ну вот теперь вот здесь правильное написание, да? Алимжанов көшесі. Дома старинные, с высокими потолками. Ну, можно сказать, что это сталинки, сталинские дома. Ну, там лежит, наверное, для того, чтобы обучаться вождению на автомобилях. Площадка такая. Условно все эти улочки, они входят в понятие 21 квартал. То есть понятие 21 квартал, оно входит, собственно, за пределы квартала. То есть это как бы некий район города, да? Вот 17-й дом. Наверное, продлится дальше. За перекрестком. Где вот высокая точка. Это тоже вот старинный дом. Улица Алимжанова Албакира. А вот эта территория относится к Ленину, улица Ленина. И вот впереди как раз перекресток с улицей Ленина. И там будет высокая точка, да? Это и есть высокая точка, с которой можно поснимать завод, да? То есть БГМК. Это уже улица Ленина. Высокая точка чуть дальше. Можно пройти, пока горит светофор. Так. А вот мемориальная доска.
первостроитель, обогатитель, первый депутат Верховного Совета СССР города Балхаша. Мемориальная доска. В честь столетия. Со дня.